Доброго времени суток, уважаемые пользователи и гости канала Escape TV. С вами снова я, Артём Плотников, и это наша юбилейная 20-я серия на сервере Premier Game. Да, друзья, и сегодня я хотел заняться тем, потом скажу чем, но, короче, как я только начал выезжать из гаража, в меня врезался, угадайте кто? Правильно, механик. Из-за этого я тут валяюсь сейчас и жду скорую помощь. Уже, кстати, вызов сделал я два. И не так никто на мой вызов и не откликнулся. Не знаю, в общем, сколько я здесь прожду. В общем, ждем-с. Итак, наконец-то на наш вызов выехал медик Герман Уткин. Герман, привет тебе. Привет, YouTube. Ваня Дзис. Привет. Привет. Друзья, пользуясь случаем, хотелось бы передать привет следующим людям. Это Егору Кудреватому, Максиму Ульянченко, Владу Семенову и Даниилу Костенко. Вот, друзья, вот такие вот у нас приветы на сегодня. Итак, где же наш Герман? Ё-моё, Уткин, ты где? Давай уже быстрее к нам едь. Так, снимаешь? Да, я снимаю. Друзья, буду немножко гнусавить в серии, дабы, то есть, говорить в нос. Потому что, короче, начались какие-то цветения, у меня пошла аллергия. И, короче, Ваня Дзис вызвал нам скорую, и поэтому, может быть, к нам на вызов приехал Саша Канашов. Привет тебе, Саша. Так, давай. Лечи меня полностью. 1000 рублей. Спасибо тебе большое. Артём, если снимаешь, передай привет. Пока. Не знаю, короче, тут кто-то просит передать привет. Привет тебе, номер... 762-703, не знаю, кто ты. Ну, а мы тем временем... Так, далеко от машины, вот же я. Ну, а мы тем временем продолжаем снимать нашу серию. Так, Ванька, давай. Так. Давайте мы тоже пожелаем удачи. Вот, друзья, в данной серии я хотел бы посмотреть, какие же все-таки обновления у нас добавили на сервер. Именно это добавили парковку около УВД, добавили парковку около радио и что-то там подправили в плане багов и еще подредактировали немножко карту в Миланске. Друзья, сейчас мы посмотрим каждое из этих обновлений и немножко поговорим, пока смотрим эти все-таки обновления-то, если их можно так назвать. Ну, все-таки, да, какие-никакие, но обновления, друзья. Так-с. По поводу поговорить. Вы меня очень много людей спрашиваете по поводу того, когда будет совместное видео со Спинни. Ты обещал нам, а Спинни так и нет в твоем видео. Друзья, все вопросы к Спинни. Спинни, где видео? Люди просят видео. Итак, на самом деле мы с Никитой держим неплохую связь. Мы с ним списываемся, обговариваем все. Так вот делают наши механики, которых я не люблю, кстати, если вы помните. Да, у Никиты сейчас нет времени, впрочем, у меня... Ты что хочешь-то? Эй, чувак. Давай с тобой скриншотик сделаю. Ты что хочешь-то? Снимай... Вау, даже так бывает. Да, привет тебе, Денис Паркер. Ты попал в серию. Тыкс. Передай привет. Уже передал. Ворота. Уже открыли. Итак, ух ты, как удобно сделали все-таки, что парковочку УВД вот тут вот организовали. Это, кстати, очень удобно, друзья. Просто нереально. Ой, как же Артемка не даст угла здесь. Реально очень удобно, что здесь сделали парковку. Нету никакой суеты в плане у входа. Тут постоянно стояла куча машин, если вы помните. Опа-на. Андрея Немирова арестовывают. Да, вроде бы тоже мой подписчик. Привет тебе, Андрей. Да, так и знал, что не успею проскочить. Так, Денис Паркер все у нас сигналит. Мы отправляемся к радио.
Давайте посмотрим. Так, Денис Плотников тоже мой подписчик. Привет тебе, Дениска. Ох ты, ДТП. Да, кстати, здесь у радио тоже молодцы, что сделали парковку, наконец-таки, а то всегда была толпа у моего гаража, либо вот сюда вот прям заезжали, и прям вообще нельзя было зайти в здание репортеров, а теперь сделали очень удобно, что перенесли все продажи автомобилей вот сюда. Очень удобно, на самом деле, друзья, в плане вот этого администрация и вообще создатели хорошо постарались. Так, а вон и сам Егор Кудреватый, которому мы передали привет. Собственно, он покупает машинку. Вот, друзья, давайте теперь отправимся в город Миланский. Посмотрим, что у нас там происходит. Так, механик, стой. Давай, чини меня. Так, зарплата. Еще раз, друзья, для тех, кто говорит мне постоянно, что мой бизнес неприбыльный. Я снова получил 2 миллиона от своего бизнеса, друзья. Неплохо, да? Впрочем, я уже половину стоимости бизнеса-то покрыл. Это точно. Спасибо тебе, Денис Паркер, в очередной раз. Надо, кстати, его обогнать, наверное, а то он что-то напрягает меня. Так, давай, друг, едь на своей бэхе, которая не валит ни хрена. Не то, что мой Мерс. Вот так вот просто тебя как стоячего сделали и все. Так, ну ё-моё, сейчас вот он мне в жопу въедет. Чую прям. Вот прям жду удара в жопу. Не будешь, что ли? Ну ладно. Так. Как вы помните, мы отправляемся в город Миланс, который находится после Березок. Так, это, видимо, тоже подписчик мой. Тикс. О чем хотел я вам еще рассказать в этой серии, друзья. Не забываем, что проходит конкурс на сервере Premier Game от канала Escape TV, друзья, которые, впрочем, там призы-то вообще так-то нормальные, друзья. Кстати, хочу напомнить тем, кто участвует, то, что за третье место мы уже дошли до 4 миллионов, друзья. Начальная сумма была... Вот, надо соблюдать ПДД, друзья, чтобы не было ДТП. Хочу напомнить, что начальная сумма была 3 миллиона рублей, но я, как и обещал, после 150, вернее, репостов, я прибавлю еще 1 миллион, и я свое слово держу, и теперь у нас за третье место мы получаем приз в размере 4 миллионов рублей, друзья. За второе место мы получаем право на совместную съемку с каналом Escape TV, и за первое место мы получаем фирменную футболку, тоже с логотипом канала Escape TV, плюс там будет презент в посылке, о котором я умалчиваю, друзья. Но я думаю, что вы все догадываетесь, чего я вам желаю больше всего в серии. И плюсом к тому будет еще кое-что такое прям хорошее. Но я не буду раскрывать всех карт, дабы был какой-нибудь интерес у вас, друзья. Но, исходя из комментариев, я делал вывод, что всем нравится только третье место, друзья. И именно поэтому, если же вы заняли первое... Вот тут знак... Точнее, светофор вообще не по ГОСТу установлен. Здесь постоянно я на него пролетаю. Его не видно ни хрена. Сейчас по памяти остановился просто. Хочу вам сказать еще, что если вы заняли вдруг первое или второе место, то вы можете обменять его на денежный приз в размере тоже 4 миллионов рублей, друзья. Так что, если не заняли третье место, не отчаиваемся, тоже можем обменять денежки. Так, мы уже въехали в поселок Березки. Сейчас будем смотреть, что же там у нас в Миланске-то все-таки изменилось. Что там новенького сделали. Так, карты по-прежнему я не наблюдаю у себя. Может быть... Да нет, я сегодня только обновлялся. Так, мне звонят. Блатной номер. 6 восьмерок, ё-моё. Так, давайте посмотрим, что же здесь все-таки изменилось-то. Снимаешь... Егор Макаренко. Привет тебе, Егор. Да, конечно, я снимаю. Так, что же здесь изменилось? Там вроде писали, что добавили что-то в гаражах и иконки домов, что ли. Как я понял. Да, кстати, дома здесь продаются. Мама, я в Ютубе. Да, конечно, в Ютубе. Друзья, вот Егор Макаренко вообще молодец. То, что знает, он свой чувак. Пропустите звезду. Свой чувак, и помни, что если вы увидели себя в серии, нужно писать «Мама, я в Ютубе» в комментарии, либо же просто...
здесь писать. Так, домик за 2 ляма. Блин, это так далеко, конечно, от людей, от цивилизации, поэтому здесь домик я покупать не буду. Итак, Егор Макаренко говорит, что Escape TV рулит. Конечно, рулит, и не только рулит, но еще и боком валит. Лорд тоже рулит. Да, лорд красавчик у нас, Андрюх. Андрюх, привет тебе, если ты меня смотришь, а я знаю, что ты меня смотришь. Друг. Также привет Спине передаю, если он меня смотрит. Мои коллеги, с которыми мы держим тесную связь, друзья. Очень хорошие парни, на самом деле. Рад, что с ними познакомился. Теперь все-таки я не один. Так, передаю привет также Олегу Висимских. Звезда валит боком. Да, конечно. Да, блин, неплохо здесь, конечно. Много домиков продаются, но я уже назвал минус в том... Интересно, исправили вот эту вот хрень? Сейчас я договорю. Что я говорил-то вообще? Забыл уже, что говорил. Наверное, что мы валим боком. Ладно. Так, исправили ли здесь? О, да, друзья, вот это самое главное, что нужно было исправить в этой карте. То, что выезд вот тут вот у нас сделали наконец-таки. Вот тут вот вообще молодцы. Молодец тот, кто это сделал. Я прям руку хочу ему пожать, потому что это жопа была какая-то. Соблюдаем ПДД, а в городе вообще никаких ПДД нет. В плане того, что выезд из города разрешен только по встречной полосе. Это вообще как, друзья, как? Дамир Голд, привет тебе, я хочу, чтобы ты меня починил. Чини меня полностью. Так, сделаем скриншот на память. Так, давай, чини. Чини пацанов блатных. Еще всем привет смотрящим. Передает номер телефона 44-40-66. Так, друзья. Так, ему надо, наверное, ответить, что я снимаю. Да. Друзья, вы меня... очень много спрашиваете, когда наконец-таки ты поменяешь свою машину. Твой Мерс уже устарел, есть намного круче машины, такие как Гелик, там туда-сюда, BMW X5M. Друзья, я вам скажу так, зачем мне покупать Гелик и BMW X5M, если они валят быстрее моей машины всего на 2 км в час. Друзья, для чего? Они боком не валят так, как мой Мерс. А мне это главное, чтобы машина валила боком и перла. Перла, чтобы она прям ух, как зашибись. Если вы помните прошлой серии, то я любил всегда натягивать всех. И сейчас, я думаю, у нас получится кого-нибудь натянуть. Так, Дамир хочет прыгнуть нам в тачку. Какая-то у нас прям сходка подписчиков собралась. Так, он тебя не знает. Конечно... я вас всех-то не знаю. Передаю привет Данилу Голд и... а, точнее, Дамиру. И передаю привет Данилу Раргард. Ё-моё. Смотрите, у нас тут банда собралась. Прям банда ютуберов. Так, подождите, скриншот на память. Друзья, стопе. Вот так вот все покрыл. А, у меня скриншоты опять не сохраняются. Ладно, ничего страшного. Друзья, не забываем, если вы меня где-то увидели на сервере, то делать со мной скриншот и потом выкладывать в группу ВКонтакте. Там для вас создан специальный альбом с названием «Фотки с Escape TV». Вот это бэха думает, что нас натягиваешь. Друзья, я сейчас развею ваши мифы, потому что... Так. Не забываем соблюдать ПДД, друзья. Таксисты что-то как прям механики стали, что ли. Так, тут должен быть сейчас светофор. Банда прям собралась. Прям как будто сходка какая-то, покатушек прям каких-то, прям бандит. Бандит, да, друзья, мы с вами бандиты, вы чё? Так, сейчас смотрите, вот он поедет куда? Влад. Волокдонин. А, или как, Волканидин. Ё-моё, прям вообще перепутал. Извини, чувак, ну давай, куда ты поедешь? Сейчас мы от тебя оторвемся быстренько, так, прям быстренько. Куда ты поедешь? Давай. И момент. Момент истины. И сейчас просто Артем боком навалит, как всегда, и все. Вот так вот, прям вот так вот, тубута. Прям что-то, ё-моё. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля.
Ля-ля-ля-ля. Вот именно поэтому, друзья, я люблю свой Мерседес, потому что он может делать вот так, а ваши гелики так делать не могут. Они вообще деревянные у вас какие-то. И вот так вот мой Мерсик тоже может закладывать, а ваш гелик нет. И то же самое с X5M, друзья. То, что я могу заложить любой, ё-моё, поворот. Потому что моя баварская машинка валит. Итак, друзья, я думаю, на этом серию будем с вами заканчивать. Сейчас мы припаркуемся в нашем гараже. Кстати, удобно даже парковаться в гараже, это будет с этим обновлением. Потому что, спасибо тебе, таксист, потому что теперь не будет куча тачек копиться у моего гаража. Вот такие, друзья, дела. Хотел бы вам еще напомнить, вы часто просите меня о том, чтобы я провел сходку для вас. Но, друзья, сходки не будет до тех пор, пока в группе ВКонтакте не будет 1000 подписчиков. Или на канале не наберется 2000, друзья. А пока что мы просто ждем, когда освободится Спинни. Либо же, друзья, просим Лорда, чтобы он снял с нами очередную серию, друзья. Вот такие у нас дела. Ну а пока что будем прощаться, друзья. С вами был я, Артем Плотников, игровой канал Escape TV и игровой сервер Premier Game, друзья. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и вступать в группу ВКонтакте, друзья. А с вами был я, Артем Плотников. Всем пока и кокосовых печенек вам, друзья. Давайте всем мира.